Это церквушка. Вот такая церквушка. Огромная, замечательная. Московский Кремль. Церквушка. Церквушка, отлита из бронзы в 1586 году на московском пушечном дворе мастером Андреем Тюмховым. Чугунный лафет изготовлен в 1835 году на заводе Берда в Петербурге. По эскизу архитектора Брюлова это было сделано. Калибр ствола 890 мм, длина ствола 5340 мм. Вес ствола 40 тонн. 40 тонн. Лафета, вес лафета 15 тонн. Вес ядра 1 тонна. Ничего себе. Вес одного ядра 1 тонна. Да. Вот какая церквушка. Салью или не салью? Ну, ядрышко 1 тонна. 4 тонны лежит. Царь-пушка. Здесь сфотографируются, снимаются. Такое замечательное место здесь. Московский Кремль. Москва.